Соборная площадь. Таверня на Соборной. В самом центре поднимайся на Замковую гору. И впереди видим Белая церковь. Это в честь этой церкви назван город. Здесь имеется орган и проходит концерт органной музыки. А вот так необычным образом расположен и построен Белоцерковский краеведческий музей. Там много чего интересного, разные эпохи. Мы там за себе были. Мальчики же впереди машут не ладошками. Это древний город, ему уже исполнилось 988 лет. Сельхозакадемия. Впереди там много учится иностранцев. Тяни, мы куда идем? На пляж. На пляж? Мы идем на пляж. А вам тут нравится? Да. Тут так красиво. Куда идем мы с пятачком? Куда идем мы с пятачком? На пляж! Вот строится новый храм, еще не открылся. Рядышком. Каждый сантиметр этого города история. Причем древняя, древней Руси. Так, что интересно, вы еще видите? Вы мне мои подсказчики. Тут камушка. Происходит реконструкция моста через реку Рось. Сейчас уже время к вечеру, 18 часов. Солнце все ниже и ниже. И вот она, прекрасная река. На самой вершине этой замковой горы образовалась вот такая площадь, где, как я показала, строится новый храм. И установили памятник Ярославу Мудрому. Подойдем поближе. Киевский князь Ярослав Мудрый основал этот город. Изначально он назывался Юрьев, а сейчас называется Белая Церковь, поскольку в момент захватнических войн этот город был полностью разрушен, и осталась вот эта одна Белая Церковь. И в честь этого город переименовали. Город основан в 978 году нашей эры. Бабушка с нами не идет. Таким необычным путем мы идем на речку. По древней лесенке. Спасательная станция. И мы спускаемся все ниже. Тут уже ступеньки обрушены. Совсем неожиданно возникло решение прокатиться вот на этом катерочке по реке. Здесь там уже корабль разрушает. Юрий.